Технологическое лидерство – это всегда поиск современных решений и внедрение новых разработок во все производственные процессы. Изучив опыт отрасли, исключив все лишнее, корпорация Hisense создает один из лучших очистителей воздуха для вашего дома. Представляем вам климатические комплексы Hisense EcoLife – последнее поколение очистителей воздуха с функцией увлажнения. Расход воздухоочистителей достигает 380 кубических метров в час, что позволяет обслуживать помещение площадью до 50 квадратных метров. Серия климатических комплексов EcoLife представлена двумя моделями – White Brilliant и Champagne Brilliant. Модели отличаются не только дизайном корпуса, но и функциональным оснащением. White Brilliant – классический воздухоочиститель с функцией увлажнения и ионизатором. В модели Champagne Brilliant инженеры Hisense вместо классической ионизации предложили пользователю уникальный подход к очистке и увлажнению воздуха, реализованный с помощью инновационной запатентованной технологии Nano-E Technology от Panasonic. Будущее становится современностью вместе с Hisense. Помимо двух различных принципов ионизации воздуха, в моделях реализована классическая, доведенная до совершенства, пятиступенчатая система комплексной очистки и увлажнения воздуха. Комплексная система очистки воздуха климатических комплексов EcoLife состоит из пяти этапов, каждый из которых отвечает за очистку воздуха от конкретных типов загрязнения воздуха. Первый этап – предварительная очистка воздуха, которая осуществляется сетчатым фильтром. Благодаря мелкоструктурной поверхности фильтр эффективно задерживает все известные крупные частицы загрязнений, такие как шерсть животных, крупную пыль, грязь. Второй этап – очистка воздуха от мелких частиц пыли и грязи. Эту роль выполняет HEPA-фильтр. Фильтр изготовлен из микроволокнистого материала. Плотное расположение волокон и особое гофрированное строение позволяют фильтру удерживать до 99% известных загрязнений, находящихся в воздухе. Срок эксплуатации фильтра при стандартных условиях эксплуатации климатического комплекса – 1 год. Третий этап – это очистка воздуха от вирусов и бактерий. Дезодорирующий фильтр Hisense – одна из последних разработок торговой марки в области обработки воздуха. Фильтр состоит из особого композитного материала с содержанием угля и нанокерамического волокна. Данное соединение позволяет эффективно захватывать различные вредные газы в воздухе, к примеру, формальдегид или бензол, и дезодорировать воздух. Эффект очистки воздуха от неприятных запахов усиливается благодаря особой структуре фильтра. Срок использования фильтра составляет 3 года, после чего фильтр необходимо заменить на новый. Финальный этап – это интенсивное увлажнение и очистка воздуха, которые осуществляются с помощью специального очищающего и увлажняющего модуля из фиброматериала FibroCHM. Пройдя 3 этапа очистки, воздух поступает внутрь прибора и проходит через постоянно вращающийся в поддоне с водой специальный модуль, покрытый фибротканью. Проходя через увлажненную ткань, воздух очищается от оставшихся мельчайших загрязнений и увлажняется естественным путем. Объем бака для воды составляет 2 литра, что позволяет не беспокоиться о частом доливе воды. Систему увлажнения легко обслуживать. Достаточно просто регулярно промывать модуль водопроводной водой. Функция увлажнения также может быть отключена по желанию с помощью кнопки на панели управления. Завершает обработку воздуха насыщение отрицательно заряженными ионами или нано-Е частицами в зависимости от модели. Уникальный подход к очистке воздуха модели Champagne Brilliant реализован с помощью инновационной запатентованной технологии увлажнения и очистки воздуха Nano-E Technology от Panasonic, которая защищает ваше здоровье и сохраняет красоту. Принцип работы Nano-E заключается в создании под высоким напряжением отрицательно заряженных наночастиц, состоящих из молекул воды. Водяные наночастицы распространяются по комнате, обволакивают бактерии и вирусы, аллергены, плесень и другие загрязнители, нейтрализуя их. Благодаря этим водным ионам увлажнение помещения происходит намного эффективнее. Нано-Е частицы формируются из влаги, попадающей на специальный холодный электрод, охлаждаемый модулем Пельтье. Ионы нано-Е, находящиеся внутри молекулы воды, надежно защищены, что продлевает их жизненный цикл в 6-10 раз по сравнению с обычным ионом.
Для сравнения, обычный ион погибает через 2 минуты после попадания в окружающую среду. Частица нано-Е обладает увеличенным жизненным циклом более 600 секунд, что позволяет частицам распространяться по всей площади помещения. Когда, как обычный ион, к этому времени уже закончил свой жизненный цикл. Благодаря микроскопическим размерам, в миллиард раз меньше частицы пара, частица нано-Е способна проникать в самые труднодоступные места, уничтожая аллергены даже внутри одежды и обивки мебели. После одного часа работы нано-Е нейтрализует около 99% бактерий в помещении, что доказано лабораторными испытаниями. Рост плесени при этом подавляется почти до 100% за 24 часа. Частицы нано-Е, обладая уровнем pH 5,5, благотворно влияют на кожу человека, увлажняют ее, помогая сохранить красоту и здоровье кожи на долгие годы. По желанию и функцию ионизации в модели White Brilliant и функцию нано-Е технологии в модели Champagne Brilliant можно отключить с помощью специальной кнопки на панели управления. Сочетая новейшие разработки и классический проверенный подход к обработке воздуха, Hisense также воплощает передовые технологии и в области управления прибором. Для оценки уровня загрязнения воздуха в помещении и эффективности очистки воздуха в климатических комплексах Hisense EcoLife установлен высокоточный датчик качества воздуха с трехступенчатой цветовой индикацией. Высокочувствительный датчик качества воздуха расположен на корпусе прибора. Показания датчика отображаются при помощи интуитивно понятных индикаторов. Красный индикатор – воздух сильно загрязнен, желтый – воздух загрязнен, зеленый индикатор – воздух в помещении чист. Легкое и удобное управление Hisense EcoLife реализовано с помощью сенсорной панели управления TouchScreen. В комплектацию прибора входит эргономичный пульт дистанционного управления. 4 скорости очистки воздуха, полный набор всех необходимых режимов, таких как автоматический режим Smart, ночной режим работы Sleep и режим пониженного уровня шума Quiet, турборежим, автоматический режим очистки воздуха в зависимости от конкретного типа загрязнения, D-Dust и D-Odor, трехступенчатый таймер, отключаемая функция увлажнения и ионизации воздуха позволяют полностью контролировать работу очистителя. Функция блокировки панели управления позволит не беспокоиться, если рядом с прибором находятся дети. Традиционное внимание Hisense уделяет тихой и комфортной работе прибора. Низкий уровень шума климатических комплексов от 23 дБ позволяет комфортно использовать очиститель во время сна и отдыха. Отталкиваясь от последних тенденций предпочтений пользователей, Hisense создает новое видение дизайна продуктов по обработке воздуха. Серия EcoLife представлена в двух цветовых вариациях – концептуальном белоснежно-белом цвете и в роскошном цвете шампань. Оригинальная форма и плавность линий климатического комплекса EcoLife подчеркивает индивидуальность ее обладателя. Серия Hisense EcoLife – сочетание многолетнего опыта Hisense и инноваций последних лет, синергия классики, современности и инновационного будущего. Будущего, которое приходит в ваш дом, принося с собой комфорт, уют, чистоту и здоровье для вас и ваших близких.